Ваня, Ваня, что с тобой? Матвей, кто-нибудь, помогите кто-нибудь! Ваня! Что такое? Да отойди ты! Адреналин, быстро! Так. Состояние стабилизировали. Вопрос, надолго ли? Свет, наш чтоб сегодня ночью кто-то дежурил у Вани. Чтобы, не дай бог, не пропустить, если станет хуже. Я могу. Ты? Спасибо, конечно, но тут нужен медицинский персонал, так что давай. Простите, пожалуйста, не могли бы вы мне помочь? Мне необходимо найти человека, который в миру был Александром Толоконниковым. Я знаю, что он сейчас находится здесь, в монастыре. Боюсь, я ничем не могу вам помочь. А если он подозревается в преступлении? Пойдемте со мной. Вот что я вам скажу. Не стоит его искать. Человек, решивший уйти от мира, оставляет все свое прошлое за этими воротами. И если он совершил преступление, а в монастыре замаливает свой грех, то мы должны молиться вместе с ним о спасении его души. Так что не ищите встречи. Она ни к чему. Вы православная? А вас я благословляю на обратный путь. Учитесь прощать, и вас простят. Доброе. Меня зовут отец Симеон, и я сегодня буду сопровождать вас на экскурсии по нашему монастырю. Если у кого-то возникнут какие-то вопросы, то задавайте. Ну, пойдемте. Согласно летописям, на этом месте была основана обитель еще во второй половине 15 века преподобном Аполлинарии. Здравствуйте. Здравствуй, милый. Можно мне два платка? Конечно, дочка, выбирай. Окончательно храм наш был выстроен в 18 веке. Место для него подбиралось очень долго и тщательно. В летописях точного места не указано. В годы советской власти монастырь был расформирован и распущен, полностью перепрофилирован. В наше время, благодаря пожертвованиям верующих, он был восстановлен. А я слышала, что на типографию монастыря было совершено большое пожертвование. Это правда? Да, совершенно верно. Это говорит о чудесном духовном исцелении человека. Человек, который пожертвовал монастырю все свое имущество, живет сейчас здесь, в монастыре, среди братьев, работает в этой самой типографии. Как интересно. А типография находится на территории монастыря? Да, вот она. Но мы посетим ее позже, когда посетим храмы, осмотрим жилой корпус и побываем в трапезной. Пойдемте. Какими судьбами вы здесь? Выслушайте меня!
Это очень важно. Только вы можете мне помочь. Да-да, конечно. Только давайте выйдем, здесь шумно. На следующее утро после свадьбы мне было очень стыдно. Поверьте. Я даже хотел найти вас, чтобы извиниться. Но брат отговорил. Потом армия. Попал в горячую точку. Женщина, о которой здесь написано, случайная прохожая. Я мог бы не убивать ее. Остановиться. Но ее глаза снятся мне до сих пор. Вам будет все-таки более спокойно, если я дам вам волосы для анализа. Но тогда это точно был не я. Я вам верю. И все-таки я сейчас схожу в типографию, возьму ножницы и отрежу вам несколько волосков, чтобы вы могли окончательно поверить. Не надо. Спасибо вам. А за избавление от вашей беды, за выздоровление вашего сына я буду молиться ежедневно. И вы молитесь. Непрестанно. Искренне. Неважно, какими словами. И Бог обязательно вам поможет. Добрый день. Добрый день. Чем я могу вам помочь? Вы знаете, я сегодня получил смс, что на карту пришло поступление. Можно посмотреть? А ваш паспорт, пожалуйста. Угу. Угу. Да, действительно, на ваш счет пришли 300 тысяч рублей. От кого можно посмотреть? Отправитель ООО «ЗАРМ» и есть цель платежа для Ивана Глушкова. Что-нибудь еще? Нет, спасибо. Пожалуйста. Да. Максим Петрович? Вы, конечно, понимаете, от кого деньги? От вас. Ну, разумеется. Надеюсь, на лекарства для мальчика должно хватить? Вполне. Ну, вот видите, Максим Петрович, мы держим свое слово. И, само собой, рассчитываем, что вы сдержите свое. А что касается подходящего органа, его уже ищут. Всего доброго, Максим Петрович. Ну, что ты мандражируешь? Примет, примет тебя твой Жилин. Куда он денется? Я не мандражирую. А Жилин у меня в помощниках ходил, так что должен принять. К сожалению, хорошее очень быстро забывается. Особенно, когда из помощника начальники выбиваются. Жилин мне карьерой обязан. Так что с очередью на почку помочь должен. Вертись. Это что такое? Деньги. Немного, правда, но сколько было, собрала. Ася, с какой стати? А вот просто так, чтобы было. Я не собираюсь давать Жилину деньги. А ты не давай. Просто возьми их с собой. И все. И подбрось-ка ты меня до больницы. Я ничего не понимаю. Что такое? Совершенно непонятно, чем был вызван кризис. Понимаешь, причины нет, а почка работает все хуже. Я с ума сойду. Ну, не переживай ты так. Юль, как я могу не переживать? Мой крестник на грани жизни и смерти, а я даже причины этого определить не могу.
еще пара таких приступов, вторая почка у парня откажет. А я ничем не смогу ему помочь. Какой ты у меня добрый. Слишком. Нет, Настя не звонила. Что-то с Ваней? Да подожди, я сама ничего не слышу. Объяснит мне кто-нибудь, что происходит? Замолчите, пожалуйста. Спасибо. Да, говори. О, Боже. Сейчас приеду. Это что за шоу? Это вам. Светик, жду на ужин в 19, пара Настя, двое Андрей. Нашел время. Так, всем спасибо, все свободны. Девочки, уберите, пожалуйста. Все. И за работу, за работу. Я понять не могу, ей все равно, а? Не знаю. Мне бы так кто-нибудь. И не говори. Алло. Алло, Катюш, Толоконникова нашла? Нашла, но это точно не он. А ты где? К Крещеноводску подъезжаю. Приезжай сразу в больницу, я тебя там буду ждать. Матвей звонил, тебя искал. Все, скоро буду. Ванечка. Ванечка. Мама, где ты была? Прости, родная. Мне так плохо, мне так больно от тебя. Все нет, а нет. Прости. Я искала для тебя лекарства. Если бы не надо было его искать, я была бы у тебя дни и ночи напролет. Ты нашла лекарство? Да, нашла. Теперь тебе станет легче. Ты обязательно поправишься. Правда? Правда. Мам, мне иногда кажется, что я больше никогда не встану. Я так боюсь этого. Не надо так говорить. Не смей так говорить, слышишь? Ты должен верить в то, что ты обязательно поправишься. Обязательно. Ты меня понял? Да, мне спать хочется. Это нормально. Это хорошо. Это снотворное. Сейчас тебе будет легче. Матвей, а моя почка точно не подходит? Точно. Почему так? Я бы свои две отдала, честное слово. Свет, да каждый отдал бы. Катюш, ну… Катюш, держи, слышь меня? Просто, возможно, ну… В общем, все возможно. Ты мне прости, мне обход надо доделать. Катюш, ну не переживай. Ну не надо так отчаиваться. Отчаиваться? У меня сын болен, а я ничем, слышишь, ничем не могу ему помочь. Я не знаю, где взять для него почку. Я не знаю, как его вылечить. Я должна была быть с ним. Каждую секунду я должна была быть с ним, держать его за руку, слышать, как он дышит. Я, может быть, никогда, понимаешь? А я все ищу, ищу, и все без толку, понимаешь? Да я жить больше не хочу. Катя, Катя, вот это не надо. Катюш, пожалуйста, прекрати. Вы с Максом должны вместе. Макс? Где сейчас Макс? Нет Макса, я одна, Света. И Ваня, которому сейчас так плохо. Ну ради чего тогда жить? Ради чего? Давай, погодили. Денис, что случилось? Подрался. Из-за девушки. Отойдите, пожалуйста. Мальчику нельзя разговаривать. Закрытая черепно-мозговая травма. Сволочи.
Дверь отпустите, мама спит. Тогда выйди. Я не выйду. Тогда я войду. А я войду, ты знаешь. Ну, ладно, сейчас. Ну что? Денис в больнице. С травмой головы. Ты знаешь об этом? Когда я его видел, еще было непонятно, насколько тяжелая травма. Но то, что он больше никогда, слышишь меня, никогда не будет выступать, это точно. А возможно, и соображать нормально не будет. После такой травмы неизвестно, что произойдет с человеком. Он может стать овощем, психически больным. И я хочу, чтобы ты знал об этом. Хотя, возможно, этим разговором подписываю приговор своему сыну. И еще. Я хочу, чтобы ты подумал, что станет с твоими родными, если с тобой произойдет то же самое. Так что подумай, и тебе решать. Извините, пожалуйста, вы не могли бы напомнить Валерию Ильичу, что я его жду? У Валерия Ильича важное совещание. Я не буду его дергать. Будем на связи. До свидания. Всего доброго. Добрый день, Валерий Ильич. Добрый. Мила, кофе будьте добры, без сахара. Да, конечно. Мила, следующую пригласите, пожалуйста. Зайдите. Спасибо. Новая метла по-новому метят. При мне все по-другому было. Да. Жизнь не стоит на месте. Но вы, собственно, Петр Аристархович, с чем ко мне? Я, собственно говоря, по такому вопросу, по личному. Так. У моего внука, Ваньки, проблемы со здоровьем. Так. Его поставили в очередь на донорскую почку, но долго, я боюсь, парень может не выдержать. А я-то чем могу помочь, Петр Аристархович? Перед вашим внуком в очереди тоже люди, тоже подолгу ждут. Некоторые умирают, так ничего и не дождавшись. Ну, я-то не все. Вы меня, ради бога, извините. У меня сейчас совещание в 3 часа. Люди из области приехали. Ни отменить, ни перенести время не могу. Извините, ничего. Спасибо, что не забываете, Петр Аристархович. Ну, бывай. И вам всего хорошего, Петр Аристархович. Вы куда нельзя? Вот! Все, что есть!
Я дом продам, я машину продам, я себя продам. Потому что мне без Ваньки, я и не знаю, как я жить буду без него. Мила, все в порядке. Идите в приемную. Угу. Заберите. Они вам еще очень понадобятся. Петр Аристархович, я вам очень хочу помочь. Уж если дело дойдет до трансплантации, тогда я смогу помочь организовать спецмашину для перевоза Вани. Могу помочь квотами на операции. Но почку, извините. Максим Петрович, хорошо, что вы здесь. Я вас искал. По поводу. Денис, это я его ударил. Что? Бой был ночью. Его поставили со мной. Я не знал, что будет Денис. Пришлось драться. Он открылся, но я... В общем, само как-то получилось. Перед боем меня дразнят, что ли? Понятно, заводят на агрессию. Да. Я не думал, что так все получится. А ты понимаешь, что это криминал? Что ты можешь в колонию угодить за это? Понимаю. Ты понимаешь, ты должен бежать от этих людей? Понимаю, но я не могу. Все время оказывается, что я им должен, а я за ребятню боюсь. Значит, в полицию звони. Нет, в полиции все свои. Вы знаете, сколько ментов приходит бой посмотреть? Ладно. У меня сегодня большой бой. Большой бой у тебя завтра, на финале соревнований. Вот на этом надо сосредоточиться. Иди домой, ложись спать. Телефон мобильный отключи и дверь никому не открывай. Если что-то пойдет не так, звони в полицию или мне на городской. Понял? Mm-hmm. Давай. Травки тебе заварила. Там валерьяночка в основном, поэтому будет полегче и сразу уснешь. Спасибо. Что мне делать дальше? Я не знаю. Давай-ка ложись. Надо спать. Ладно, подумаем об этом завтра. О, Господи. Светочка, ну я так ждал, так ждал. Так. Так ждал. Мне же тихо. Тобой... Ты не понял? Я вообще не собиралась приходить в ресторан. Да? Да, все кончено, ты не понял? Подожди. Андрей, я не хочу тебя видеть. Света, я ушел от жены, я все понял, у меня там все, прям пришел к тебе. Андрей, уходи, все кончено. Подожди, выходи за меня. Да встань уже, Андрей. Ну, милая. Так, я сейчас полицию вызову. Не надо. Я тебя прошу, давай, все, успокойся, иди домой, проспись и скажи жене, что ты пошутил, ладно? Нет, я не пошутил, я серьезно. Я поняла, это она тебя выгнала. Это ничего не меняет. Ну, это точно ничего не меняет. Вместе. Нет, руки убери! Так, подожди, а что происходит? Что у вас дверь открыта? О, а это кто? Дед Мороз. Алло, ты вообще откуда взялся? Я тебе башку оторву, если еще раз к моей женщине Тихо. Не явишься. Понял? Тихо! Вы еще об этом пожалеете, сволочь. Упорный мужик какой-то. Ну все, больше не побеспокоит. Леш. Еще табуретку тебе сломала. Леш, Подает. Спасибо тебе большое. Да не за что. Выкинуть ее уже давно пора. Да подожди, зачем выкидывать? Стой. Я уберу. Ничего, давай я посмотрю, сейчас починим. У тебя инструменты есть какие-нибудь? Ну, есть. Ты знаешь, я ненавижу пьяных мужчин. Спасибо тебе. Не за что. Слушай, а мы Кате не мешаем? Не-не, я ей успокоительное дала. Да она крепко спит, переживает. Я уже даже не представляю, чем ей помочь. Все время про Ванечку говорит и говорит, и...
Слова подбирает разные. Словно боится что-то самое страшное сказать. Макс тоже переживает. Очень переживает. Отсюда и психует. Ну, сама подумай. У него тогда ничего не получилось сделать. Сейчас ничего не получается. Ну, что ему остается? Я как-то не думала об этом. И откуда ты такой взялся? Умный, а? А я всегда таким был. Ты просто раньше не замечала. Ой, а ты меня, можно подумать, замечал. А тебя можно не заметить? Ну? Ты знаешь, ты мне всегда казалась какой-то не с этой планеты. Красивая, яркая. Такая яркая, что прям глазам больно. А потом я увидел тебя дома. И понял, что ты женщина. Нежная, чуткая женщина. Слушай, Лёш, тебе гвозди еще нужны? Нет, все, принимай работу. Ну? Макс, привет. А я тебя искала, мне Ксения Михайловна сказала, что Ванечке стало хуже. Может, я все-таки могу чем-то помочь? Нет, не можешь. Даже я не могу. И вообще, никто не может. Виски. Хороший виски. Я бы сейчас тоже не отказалась. Там? Давай выпьем за Ваню на здоровье. Макс, я чем-то могу тебе помочь? У меня сын в больнице, ему плохо. Я должен здесь торчать. Послушай, Макс, ну, Ванечка поправится. А тебе сейчас нужно думать только о хорошем. Но нельзя же вот так вот сидеть и убиваться. Слышишь? Макс, мне кажется, что тебе нужно сейчас побыть с друзьями. И забыть обо всем. Мне надо сыну помочь. Знаешь, иногда, чтобы найти выход из сложной ситуации, нужно все выкинуть из головы. Нужно обо всем забыть и перестать бегать по кругу. Я тебе очень хочу помочь. Слышишь? Макс, я хочу тебе помочь. Свет, ну, короче, да, я нашел Макса. У него в кабинете свет горит. Ага, давай. Макс, слушай, я не прав. Я твой лучший друг. Пока ты здесь сидишь один, я…
Привет, Лех. Макс, ты... Мне неинтересно, что ты думаешь. И вообще, ты не видишь, что ты не вовремя? Ну ты... Леша, сам уйди, по-хорошему. Да пошел ты. Живи, как хочешь. Нет Гудкова. А тренер? А тренер с бабой какой-то. Странно. Гудков не мог вот так просто взять и пропустить бой. Похоже, его кто-то крышует. Угу. Надо решать эту проблему. Юля, доброе утро. Доброе. А почему вы мне не дали то лекарство? Привет. Привет, мамочка. А Юля хотела мне дать то лекарство, про которое ты говорила? А про какое лекарство я говорила? Ну, которое ты для меня искала, искала. Я не знаю. Спрошу у нее потом. Ты лучше расскажи, как ты себя чувствуешь. Как у тебя дела? Я устал. Лучше ты расскажи про папу, про финал. Я думаю, папа и его команда как раз сейчас собираются на соревнования. И помним, что победа зависит только от нас. От настроя, от воли, от силы духа. Максим Петрович, наша победа зависит от Сереги и Дениса, а их нет. Конечно. Если лидеров нет, чего мы тогда вообще говорим? Так, что за настроение, а? Каждый из вас важен в команде не меньше Гудкова. Угу. О, здорово! Серега, здорово! Молодец, что вернулся. Здорово. Ну, теперь мы здорово. Точно победим. Точно победим. Пойдем, точно победим. Пойдем, пошли. Молодец, Сергей. Я уверен, ты сделал правильный выбор. Добрый день, Максим Петрович. Добрый. Мы думали, что вы взрослый человек, Максим Петрович, а вы... А что я? Гудков вчера пропустил бой. Ты хоть представляешь, Шурок, какие бабки из-за этого потеряны? За такие финты в асфальт закатывают без разговоров! Дим, не кричи. Максим Петрович, возможно, и не вполне понимает расклад. Надеюсь, что вы осознаете, что все потери Гудков должен нам компенсировать. Интересно, каким образом? Пусть ляжет в финале. В смысле? В прямом. Сегодня на соревнованиях Гудков должен проиграть. Сейчас все ставят на его победу, а в случае его поражения наш выигрыш будет очень-очень приличным. А если он откажется? Слышь, быдло, что значит откажется? Чуть-чуть. Спокойно, спокойно. Максим Петрович вполне... вменяемый человек. И при его обстоятельствах вряд ли он будет долго воевать с совестью. С Гудковым мы разберемся. А вот вас точно могут ждать большие неприятности. И пропочку для сына тогда можете забыть. Я слышал, мальчик очень плох, да? Ну что ж, я думаю, что всем все понятно. Всего доброго, Максим Петрович. Не думаю, что мы с тобой шутки будем шутить, понял? Владимир Иванович, а что это за специалист? Профессор Штейнер из Германии. Лучший на сегодняшний день детский нефролог. Настоящий светило. Он просто гений диагностики. Можешь мне поверить? Нам очень повезло. Он готов дать консультацию. Но звучит обнадеживающе.
да, но он приехал всего на 2 дня, поэтому как можно скорее высылай мне анализы Ивана, чтоб я мог его подловить. По результатам боя победителем становится Сергей Гудков. Следующая пара готовится к выходу на ринг. Сивалов и Тимофеев. Сергей. Молодец. Спасибо, Максим Петрович, что поддерживали меня. Серег, ты очень хорошо шел, ни одного проигрыша, но тут... В общем, помнишь этих парней из подвала? Я ничего не могу сделать. У нас будут в обоих большие проблемы, если ты не сольешь финал. Ты должен лечь. Лечь? Я понимаю, что для тебя это важно, но... Но вы же сами меня уговаривали. Да, я считаю правильно до сих пор. Но все оказалось гораздо сложнее. В общем, тебе надо проиграть финал. И не подумаю лечь. Я буду драться. Серега! Да, Свет. Слушай, Макс, здесь сейчас не самое подходящее время для разговоров. Соревнования идут. Леша, ну вся надежда на тебя. Ну, я же обещал, значит, делаю. Я тебе верю. Все, давай, пока. Доброе утро. Привет. Заднее окошечко открой, пожалуйста. Спасибо тебе, Андрюша, за все, что было. Свет, ты чего? Знаешь, я все-таки нашла настоящего мужика. Последнего, видимо. Слово держит, слабо помогает, слушать умеет. Представляешь, даже табуретки чинит. Так что будь счастлив. Пока. Победителем признается Сергей Гудков. Победа нокаутом. Дима, успокойся, побереги нервы. Они тебе еще пригодятся. Максим Петрович, увы, но вы не оправдали наших надежд. Мало того, второй раз вы нас подставили. И вам за это придется отвечать. Ты чего молчишь, не слышишь, что ли? Тихо. Максим Петрович все слышал. И я надеюсь, все понял. И верну вам ваши деньги. Вернешь! Ты что, идиот, что ли? Да нет, Дима, нет, он не идиот. Просто он хочет знать, какую сумму он должен нам компенсировать. И мы ее сейчас озвучим. Итак, Максим Петрович, вы должны нам 1 000 000 российских рублей. У меня таких денег нет. Что ты сказал? Тихо. А вот это вот не наша проблема. Все. Время пошло. Макс. Что случилось? Кто это такие? Да так. Знакомые. Что ты хочешь? Да
Я хотел пивка тебя пригласить попить. Честь победы. Леш, мы уже с тобой обо всем поговорили. Слушай, я не по поводу Кати. Другое дело. Но ты в курсе, что ты ввязался в криминальную историю? Ты знаешь, что в обход очереди человеческую почку можно купить только на черном рынке, где торгуют человеческими органами? Леша, вот когда у тебя будет сын, и он, не дай бог, заболеет, вот тогда мы с тобой поговорим, что плохо, а что хорошо. А до тех пор ты не поймешь. Макс! Родной, милый мой, я тебя поздравляю. У меня, между прочим, грандиозные планы на сегодняшний вечер. Лиз, я не могу, я к Ване пойду в больницу. А, я с тобой. И тогда вся команда сошла на берег и праздновала открытие новой земли целых 3 дня. Ма, читай дальше. Прости, Ванечка, я думала, что ты уже заснул. Да нет, просто устал чуть-чуть. Они поплыли. Ну что, Ванечка, как ты, герой? Нормально. Это хорошо. Вань, ты молодец. Я горжусь тобой. Катюш, тебе придется выйти из палаты, потому что у Ванечки через 15 минут диализ. Я, Ванечке, еще одну главу успею прочитать. Да, конечно. Читай. Вдалеке они увидели прекрасный остров. Он был настолько красив. Привет. Добрый день. А мы вот к Ванечке пришли. А вам туда нельзя. Интересно, это почему? У него скоро диализ. Пойдем ко мне в кабинет. Лиза, будь добра, если не трудно, сходи, пожалуйста, купи кофе. Хорошо. Спасибо. Пошли. Ты что, с ума сошел? Катя еле держится. Она на грани срыва. А ты Лизку сюда притащил. Ты что, ее убить хочешь? А ты хочешь ее всю жизнь на руках носить? Да, ты знаешь, и делал бы это с любовью и уважением. Но она выбрала тебя. И я не имею права даже в мыслях приблизиться к ней. Потому что я хочу, чтобы она была счастлива. А ты просто взял и растоптал ее. Да пошел ты. Здравствуй, Макс. Привет. Ваня сейчас на диализе, туда нельзя. А я кофе в кабинет принесла, а тебя там нет. Я не хочу. Но я же уже купила. Я потом. Я капучино купила, как ты любишь. Оставь меня в покое.
Я не люблю тебя. Никогда не полюблю. Я люблю Катю. И всю жизнь буду ее любить. Ты меня прости. И я полное дело, что наделал столько ошибок. Ты действительно идиот. Потому что так не поступает с теми, кого любят. Тех, кого любят, берегут и хотят, чтобы они были счастливы. Я люблю тебя. Поэтому я сейчас уйду и постараюсь больше никогда не попадаться на твоем пути. А ты подумай, что ты сделал ради своей любви. Я не хотела причинять тебе боль. Вернее, конечно же, хотела, потому что я как дура люблю Макса еще со школы. А ему нужна только ты. Прости меня, если сможешь. Мне действительно очень жаль. Господи. Да о чем вы все? У меня ребенок умирает, а я ничем не могу ему помочь. Сколько мой сын еще продержится, одному только Богу известно. О чем ты? Кать, мне кажется, тебе нужно поговорить с Севой. Сева? Он явно что-то знает. Они с Никой сейчас на даче. Ну, конечно, Сева. Как я могла о нем забыть? Мне нужен Сева. Конечно.